Слушай-ка, смотри, а он это, оба, попёр. Ага, стой. Я сейчас в кузов к нему залез. Смотри, я еду с ним еду. Ай-яй-яй, я падаю. Прикольно. Прикол в том, что Игоря нету, а его персонаж катает меня на тракторе. Свалился я. Свалился. Куда посмотришь? А ты куда побежал? Слушай, он меня катает прям так на этом. Останавливается, если я падаю. Как живой, короче, слышь. Давай подтягивайся, тут твой персонаж, короче, меня катает на тракторе. Вот. Единственное, что у него... Да? Ну, сохрани видео, поржем потом. Короче, сейчас мы врезались в этот самый вертолет. Ага, я слез с ковша, а он пытается его таранить, короче. Я сейчас вертолет уберу в сторону. Куда он дальше поедет? Ага, нет, не получилось, ну ладно. Короче, это самое, смотри, в кабине сейчас типа ты сидишь. Смотри, да. Куда он поехал? Ты видел, да, в кабине кто сидит? Смотри. Только у него это, слетели логотипы. Наши, не логотипы, а эмблема. Так, погоди-ка. У тебя синий он? Нет, а у меня красный, у меня не изменился. Я его из поля зрения еще не терял. Поэтому он это. Сейчас я тебя позову в организацию. Нанять громил. Позвал. Опять свалился. Короче, смотри, он катает нас на тракторе. Смотри-ка, что делает. Оба. Оба, вышел. Куда побежал? А ну стоять. Давай, у тебя это самое, привилегия убить самого себя. Догоняй его. Куда побежал? Стой! Стой, говорю. Горит. Все. Помер.